Всем привет! Вы на канале Денко Стор, и сегодня мы распакуем конструктор Белла серии Урбан, полицейский отряд с собакой, номер 10419. Это аналог Лего Сити номер 60048. Конструктор содержит 250 деталей и рекомендуется для детей с 6 лет. Сюжетная линия этой игры такая, что полицейский отряд отправляется на спецоперацию по поимке воров, которые спрятались в своем логове, вот в таком кирпичном одноэтажном домике, со спуском в подвал. Здесь они хранят похищенные ценности, золото, деньги, драгоценности. Их они свозят на такой машине с открытым кузовом. Задача полицейских – окружить грабителей и посадить их за решетку. У них есть мощный внедорожник, специально обученные собаки, наручники, фонарь. В общем, все необходимое для поимки преступников. Давайте скорее распакуем и посмотрим содержимое. Внутри инструкция. Подробная. Также здесь наклейки. И детали в отдельных маленьких пакетиках. Ну что, приступим к сборке. Конструктор собран, и вот что у нас получилось. Это логово воришек, кирпичный домик, это дверь в подвал, куда они загружают награбленное, она открывается. Это их машина, ящик снимается, здесь разные ценности, кубок, пачка денег, бриллиант. Все это они загружают в свой подвал. У вора есть лом. Второй бандит сидит за рулем. Вот он тоже выглядит так устрашающе, в маске. Дверь в домик открывается. Тут сидит мышка, кушает сыр. Также в доме есть перископ, он крутится. Из него воры наблюдают за полицейскими. Это внедорожник полиции. Задняя дверца откидывается. Здесь у нас собаки. Сам полицейский за рулем. У него есть фонарик и наручники. Все как положено. Вот такой увлекательный сюжет будет. Интересно не только собирать этот конструктор, но и играть с ним. Ссылку на него вы найдете под этим видео. Ну, а я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание и пока!